Сегодня я сделал салат с рукколой и базиликом. Также здесь укроп, кинза, помидоры, лук зеленый, петрушка. Вот она. Что еще? Огурцы. Зеленый салат. В общем, такой получился. Приправил его черным перцем, с солью и немножко сахаром. Потрясающий вкус. Очень вкусно. Пришлось даже вылизать тарелку. Настолько понравился салат. Приятного аппетита и вам. До новых встреч. Ставьте лайк.